Добрый день, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас в эфире передачи «Экспертное время» на канале «Соломаш». И сегодня мы с вами поговорим о новостях проекта и постараемся ответить на все ваши вопросы. Добрый день, уважаемые инвесторы, партнеры. Ну что, можно сказать, что сегодняшний день, ну, можно сказать, в какой-то степени определяющий. Ну, как, да, Борисович, кое-что надо будет озвучить. Вы, наверное, видели, что на ролике видели события, которые раньше не было. Это первая сеть инженерная водоснабжения. Две нитки были заведены в здание, в помещение автоматической пожарной насосной станции, противопожарной насосной станции. Две чугунные трубы подведены к распределительной камере. Сейчас там после этих работ будут установлены задвижки и выполнена крышка камеры, соответственно, люки, вся эта атрибутика потребная к ней. Вот сегодня мы вот как раз на площадке были, идет активные работы по развитию сети ливневой канализации, вышли на крайнюю точку левую и сейчас соединили ее с колодцем и сейчас уже приступят к работам вдоль фасадной части здания. Прокладка промежуточного колодца и подсоединение колодца правой части и с выходом на место прокола под дорогой. Место врезки в существующую ливневую канализацию. Поэтому работы ведутся столь интенсивно, сколько это позволяют финансы. Конечно, если бы при наличии финансирования все это можно было бы сделать значительно быстрее. Но, тем не менее, работы двигаются. Также видели, что в здании ведется монтаж металлоконструкции остаточной. Уже остатки металлоконструкции демонтируются. Идет монтаж дверей интенсивно. И сейчас уже, ну, хотим не хотим, надо заводить хранилище для ключей, бирки, надо таблички на двери ставить, потому что уже, ну, да, все это, когда было открыто, можно было пройти, заглянуть, а, здесь, да, а сейчас уже все. Значит, завершается монтаж щитовой, второй щитовой шкаф исправлен, сделали. Представителя, изготовителя, ну, замечаний нет. Вот, собрали, подсоединили, подключили. Сейчас будет наполнение щитов, оборудование, которое отдельно поставлялось. Работы ведутся. И следующим этапом это установка распредустройств высоковольтных. Это в другом помещении, уже в третьем помещении. Ну и, соответственно, выполнена уже разметка, готовится к разводке кабелей по участкам, ну и будет просчитываться смета, там, где силовые идут нагрузки основные, там будут выполняться шинопровод. Поэтому работы идут полным ходом. По инженерным сетям также двери устанавливаются под антресолью, которая возле АБК. В этой части устанавливаются, ну, есть движение, есть движение, хорошее движение. И вот тут мы с Александром обсуждали один такой момент, вот есть предложение тотализатор сделать, да? Ну, букмекерскую контору, да? Да. Всех хейтеров с предложением таким, значит, что через какое время начнется производство там. Ну и ставочки сделать, отыграть. Такое предложение принимается. Кто за? Попросим голосования. Рублем.
Нет, ну, кто хочет, да, будем делать ставки. А почему бы на этом не заработать, да? Ну, бесплатный хейт, он как-то не интересен. Кстати, сегодня достаточно много его в чате, да? И он очень обоснованный, даже есть сроки. Господа, да, есть предположение, говорит, значит, здание будем строить еще 5 лет, а линия технологическая 10 лет. Вы готовы поставить? Сколько? Сумму объявляйте. И не с проекта деньги ставить, будем со своего кармана ставить. И вы со своего кармана. Но сделаем как скролл-счета. Да, как, ну, можно будет к мейкерскую контору обратиться, да. Они окажут весь спектр услуг. С удовольствием, мне кажется. Почему бы нет? Поэтому, ну что там сотрясать впустую, да, в комментариях. Ответить за, как кстати, говорят, да. Чем ответишь? Да. Зуб дают, да? Зубы не надо. Пусть они вам остаются. Деньги. Ответьте самым ценным, что у вас есть. Ну, потому что, я так понимаю, хейтеры либо зарабатывают на этом. Ну. Как один говорил, говорит, вот если переболеть менингитом, да, либо помрешь, либо останешься дураком. Вот мы с братом болели, он помер. Ну зачем пустую? Это просто предложение. Значит, информация такая новостная, небольшая. Значит, каждые две недели сейчас отчитываемся по динамике строительства. По четвергам. Ну, вчера была среда, сегодня четверг. За две недели сегодня отчет по стройке. И каждые две недели будут отчеты. Динамика, планы, понедельная разбивка. Мы пока вписываемся в планы, заданные. Вот поэтому, если у кого-то есть иллюзия в отношении того, что объект будет недостроен, в букмекерскую контору милости просим. Можем сделать ставки. Посмотрим. И если вы умеете рисковать, ну, потому что споры – это дело гнилое, да никогда не спорят, надо дело делать. Но тем не менее, если уже на то пошло. Вот поэтому, если у кого-то есть сомнения, тогда возникает вопрос, а зачем в это дело было ввязываться? Да, вот. Ну, в частности, нашей команде, зачем было в это ввязываться? Чтобы потерять авторитет и все остальное. Вот, ну, дерьма вылили много, ушат, и не один ушат, там, бочки, водоемы, можно измерять сколько угодно. Что, ради этого? Нет. Ввязывались для того, чтобы довести это до ума. Поэтому, если кто-то сомневается, ну, тогда у меня возникает вопрос, а у всех, которые сомневаются, у них дети есть или нет? Вот когда процесс это, да, понимаешь, что дети будут, да? А потом их целую жизнь воспитывать. Ответственность берете или так, это как? По рефлексу, да? Я думаю, что основные инвесторы, все инвесторы действовали по здравому рассуждению, не на гормонах и не на наркоте, да? А хорошо взвесил. Все за и против, поэтому вот результат взвешенного решения вы видите на кадрах. И то, что в этом году линейка заработает, это без вариантов. Это без вариантов. Вот я когда знакомился с материалами, что происходит сейчас в программах импортозамещения, развития новых производств, но цифры говорят сами за себя. 83% нереализованных проектов строительных и создания производств и так далее. 83% невыполнения. 1600 уголовных дел. Военная прокуратура. 1600 по госзаказам военным. Вы представляете, что происходит? Масштабы. Поэтому неудивительно, что в отношении проекта пристальное внимание. Потому что некоторые, ну, я не обезличенно говоря, многие проекты, они в первую голову ставили, что строительство. Мы в первую голову поставили, что технологическое оборудование. Поэтому стройка еще не началась, технологическое оборудование у нас уже приобреталось и
размещалась на площадке вот, в здании НИИТМ. Отлаживали, работали не только лазер, но и намоточное оборудование, и все остальное оборудование. Теперь она туда перемещена, но есть. Для запуска первой линии есть все. У нас недостаток только станков общего назначения. Это обрабатывающие центры и токарные станки, ЧПУ. Вот то, что нам надо на сегодняшний день. Но этот перечень услуг можно пока получать на стороне, хотя для мелкосерийного производства надо его иметь свое. Раз. Второе. Коль мы понимаем, что проект скоро будет выведен на те позиции, которые предписаны бизнес-планом, ясно и понятно стоит вопрос, а что же будет дальше. И вот кто внимательно следил за проектом, должны были обратить внимание на информацию, которая была представлена в последних роликах. Нескольких роликах. И где Виктор Арестов с Александром Сударевым обсуждали вопросы производства двигателя. И для того, чтобы сократить время от объявления о начале программы развития и освоения серийного производства, чтобы это время сократить, мы сделали первый шаг, что начали делать это в Китае. По целому ряду причин. Ну, первое, у нас не готово свое производство. Раз. Второе, у Китая есть это производство. Два. И третье, китайская сторона заинтересована. Потому что когда они сообразили, что в двигателе в разы меньше материалов за счет повышения частоты, и что это реально, и что схема позволяет реализовать такой режим работы двигателя, распределения электромагнитных полей, что даже на высоких частотах потери стали не критичны. Именно благодаря этому. И многие говорят, ну как так? Быть не может, вы там изучите физику, вы дураки, там вот книги читаете, да? И вот так вот рога выставил, прут. Но, ребятки, вы вначале посмотрите распределение полей в двигателе при стандартных обмотках. Сколько, вот, допустим, 2P4, ну, вернее, 2P2, Z24, да? Если кто понимает, я, скорее всего, эти, которые ВО, они вообще в этом не понимают. Z24, это количество пазов статора. 2P2 – это двухполюсная машина на 3000 оборотов в минуту. Так вот, одномоментно, до 8 зубцов при классической схеме находится при низком уровне индукции, ну, близко к нулю. А при применении соловянки – до 2 зубцов. Это говорит о чем? Что распределение поля совершенно другое. И прежде чем там начинать орать во все горло, что книги надо читать, вы смотрите поля. Мы выкладывали. И на форуме были. И у нас на сайте есть распределение поля. Вот возьмите вот розовые или там какие снимите, вот такой. И туда, да? И посмотрите. А потом только, может быть, лейкопластырем заклеите, прежде чем это, и ручки привяжите свои шаловливые. Потому что выглядите вы очень глупо. Очень глупо. И если раньше не было таких методов для исследования полей аналитических, то сейчас есть методы конечных элементов, вычислительные средства. Все остальное это все позволяет, и практика это подтверждает. Именно поэтому при применении совмещенных обмоток можно повышать частоту в разы тока без увеличения потерь железа. Был еще один умник, который там перья аж вот так вот распушил, как вот павлин, да, там, или фазан, когда там это самое. Да вот, там индуктивное сопротивление, вы барана, ничего не понимаете. Вы увеличили в 4 раза частоту, в 4 раза выросло индуктивное сопротивление, индуктивность, и понесло. Но что тут ответишь?
украинцев есть хорошая поговорка. Одно дурное поехало в турне, проехало в турне, все ж таки дурное. Или дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Никто не говорит о том, что взяли двигатель и сразу же 50 Гц, и в него воткнули 200 Гц. Вы внимательно слушали, нет? Там было четко сказано, что берется донор 50-герцовый, обмотка изымается, и вкладывается новая обмотка, совмещенная, но уже рассчитанная на 200 Гц. Соответственно, там и витки, и другие, и все другое. О чем речь? Причем здесь индуктивное сопротивление? Оно остается еще даже меньше, чем было. Потому что мы получаем двигатель, мы брали донор, да, 2P8, и из него уже получаем двигатель тоже 2P8, но только на 3000 оборотов. А на 3000 оборотов двигатель только 2P2. У него очень большие лобовые части, у него индуктивность рассеяния бешеная, а 2P8 у него маленький. Почитайте в учебниках, что такое 2P8, 2P2. ВП-2 и все остальное прочее. Вот это для грамотных вот этих вот людей. Шибко грамотных, да. Вы все-таки почитайте и поймите, что там написано. И посмотрите в конструкцию. Вы просто никогда двигатели не мотали, вы его в глаза не видели. А если видели, ну только так, так, с точки зрения, так посмотрел да пошел, не понимая, что там происходит. И если бы китайцы были такие же, как и вы, не проверили бы на практике и не увидели, что мы правы, а не вы правы, они бы не стали заниматься чем? Подготовкой государственной программы. Виктор Арестов вместе с Александром Сударевым это в ролике обсуждают. Именно эти моменты обсуждают. В связи с этим возникает вопрос. Что, в своем отечестве пророков нет, да? А если наоборот пойти, да? Просто исходить из принципа, что под лежащий камень вода не течет. И коль китайцы делают государственную программу, а что, в России нельзя сделать такую же государственную программу, смысл которой заключается в чем? Что мы берем двигатель 7,5 кВт, 3000 оборотов, и сдаем его. Вместо него мы получаем двигатель 7,5 кВт, 3000 оборотов, но только сотого габарита размера. Он будет сопрягаться, потому что подставка будет меньше габарита, но с частотником, бесплатно. Меняют один на другой. Эти двигатели, которые поступают, сдаются в переработку. И из переработанных материалов делается три двигателя сотого габарита. Один компенсируется вот тем, который отдали. Второй – налоги и все остальное, оплата услуг, а третий – коммерческий становится. Предприятие, которое все это делает, понятно, да? Что? Становится прибыльным. Тот, кто сдал двигатель, получает себе двигатель вместо Е1 и Е4, класс, экономит электроэнергию, получает бесплатно, выполняет мероприятие 261 или 3 там, федеральный закон, я об энергосбережении не помню, и указы президента все выполняют, не потратив денежки. Да? Предприятие коммерческое становится успешным. Перерабатывают, делают, выпускают двигатели и поехали дальше. Да? Это на коммерцию, это на замену. И работают, да? Вся система начинает работать. Плюс тот, кто сдал и получил новый, он получает экономию электроэнергии. Это вот та программа, которая в Китае, и кто мешает сделать нам ее. Но это пока один двигатель, за ним второй, третий. А эти двигатели кто будет проектировать эти системы? Совалмаш. А лицензионные отчисления куда будут идти за это? Совалмаш. Это же статья дохода получается. Ну, только не та статья, как они понимают, статья. Это у них 128-я, да, там. Каждый по-разному сейчас третий. Ну, не 105-я. Да. Вот. Теперь возникает вопрос. А кто же это будет осваивать? Ну, только на новое производство. Поэтому под эту программу можем предусмотреть и создание новых заводов. Но под каждый завод надо будет, я еще раз повторяю, один двигатель, второй, третий, четвертый, это надо проектировать, апробировать, делать, испытывать. Вот, и смотрите, еще что сразу скажу, что сейчас с Китаем
достигнуто соглашение об изготовлении по нашему заказу 100 двигателей, 100 контроллеров, которые придут к нам сюда. Мы здесь еще раз испытаем. К этому моменту лаборатория заработает. Срок изготовления там 40 дней, плюс еще доставка. Я думаю, все нормально будет к этому моменту. И мы эти двигатели отдадим под реализацию обмочкам, те, которые имеют взаимоотношения с предприятиями, чтобы они на предприятии предложили воспользоваться такой услугой, поставили, чтобы те испытали, посмотрели, дали отзывы и начали формировать пакет заказа под эти двигатели. На первых порах сотового габарита двигателя мы сможем производить в ПКТБ, линейка есть. Она у нас на 90, 100, 112 габарит. Вот эти габариты мы сможем осваивать и первую партию делать ПКДБ. Дальше надо будет что? Строить завод под эти двигатели. Потому что партии там в тысячи, в 2, 3, 5 тысяч, это не речь ни о чем. Надо более серьезно. Это как раз является темой следующего проекта. Следующего проекта. Но надо понимать, как будем понимать этот проект. Видят ли инвесторы, потенциальные инвесторы, желание участвовать в этом проекте? Будут ли? И так далее. Для того, мы уже не будем делать, как в 2017 году. В этом необходимости нет. Поэтому мы и стартовать сейчас не будем. Многие говорят, а вы за новый проект хватаетесь, этот не доделали. Нет, мы подготовительный этап. И чтобы пройти этот подготовительный этап, мы запускаем сейчас сайт. Ссылка на сайт будет с опросом, где каждый может будет высказать свое мнение. Да, хочу. Чтобы мы уже могли понимать, что люди готовы будут инвестировать в это предприятие. Предприятие, видом деятельности которого будет производство, лицензионное производство асинхронных двигателей по лицензии Соволмаш, систем управления ими, а также продукцию на их основе. Это вот основные виды деятельности будут этого предприятия. Бизнес-план сейчас прорабатывается. Устав прорабатывается этого предприятия. Но не это главное. Главное понимание, что инвесторов этот проект интересует. И ни одного шага не будет предпринято до тех пор, пока мы не будем понимать, что инвесторы согласны с этим. Не только инвесторы проекта «Соволмаш», но и другие, которые, ждали, как развернется, что развернется, хотели минимизировать риски. Ну, все люди разные, да, и по-разному рассчитывают. Поэтому вот такое предложение. Кстати, еще один момент по рассрочкам. Я уже рассказывал, но еще раз надо будет акцентироваться. Я говорил, что все рассрочки будут учтены, выплачены, и возможность такая будет. Ну вот, смотрите, в уставе будет предусмотрено. Я уже в чате номер один публиковал выдержки эти, что можно будет приобретенные акции оплачивать в рассрочку. При этом акционер будет нести ответственность, и все это в объеме и невыплаченной рассрочки. Как на практике это будет выглядеть? Ну, прошли акционирование, да, вот 49% отошло Solar Group, там все, которые уже проплачены, все сделал переуступку, а которые еще не полностью предоплачены, он уже будет выстраивать с ними взаимоотношения, то ли они приобретают на Solar Group на условии погашения вот этого долга, то ли же, допустим, Solar Group передаст им, переуступит акции только после полной выплаты рассрочки. Или же будет там частями переуступать пакеты. Да? Вот столько-то акций отдал, столько-то. Такая возможность будет. И это будет предусмотрено в уставе. И этот устав будет виден, наберет законную силу после проведения акционирования. Поэтому я еще раз повторяю, даже вот эти длительные рассрочки никто ничего не потеряет. И вариант, когда можно будет там часть
денег в новый проект перебросить, если там посчитают необходимым невыплаченные рассрочки. И эти варианты возможны только тогда, когда будет принято окончательное решение. Окончательное решение по второму проекту будет принято тогда, когда мы будем понимать, что инвесторы на это готовы. Кстати, вот там кадры показывали склада, там уже стеллажи стоят, и ребята интересно так подобрали цвета, что они совпадают с цветами здания, да, там вот красный цвет, все остальное, да, вот там щитовая сейчас идет на заднем плане, на заднем фоне. Все это уже живое, понимаете, если год назад, да какой год, в сентябре месяце прошлого года там песок лежал еще, ничего не было, об инженерных сетях помышлять даже боялись, ну вот, все, поэтому... Насколько риски снижены, вы можете судить сами. Ну, в принципе, у меня основные новости все. Ну вот, опять комментариев достаточно много, поэтому буду стараться выбирать. Давайте. Начало, середина, конец. Я думаю, многие согласны на новый проект. Интересует только, каким образом будут собираться деньги. Можем мы это узнать? Смотрите, давайте определимся. Простой вещь. Я говорю, надо понять, готовы ли, да? А каким образом? Ну, обсудим. Почему нет? Есть инструменты отработанные, проверенные, есть другие варианты. Я же вот недавно рассказывал и про договора, да, определенного рода, которые может там Solar Group, допустим, заключать там и так далее, чтобы больше было гарантий. Потому что с 2021 года появились эти договоры, когда можно будет либо деньгами, либо акциями назад, да? Все это есть, и уже, скажем, риски имеют, ну, совершенно иные уровни. Да выберем. Понимаете, сейчас же вопрос стоит о том, что готовность участия, да, готовность, сколько там средств мы наберем или не наберем, потому что, ну, чтобы не растягивать это удовольствие на многие годы. Потому что естественно, что сейчас бизнес-план мы уже прошли не один раз проходили, второй раз требования технополиса проходили. Мы уже знаем все, есть у нас хороший макет бизнес-плана, который можно взять за основу. Проектная часть, здание проекта, да, будь здоров. Она же что же есть и отстроена, и проверенная, там уже сколько косяков проектных этих выбрано, устранено. Поэтому, ну, там, больше-меньше его укоротить, там, вот этот разрыв, добавить еще осей, ведь не проблема. Основные модули, инженерный модуль, там, административный модуль, санитарно-бытовой, складской, все это есть уже. Поэтому привязать проект и доработать его проблем не составляет, уже столько времени не надо. Плюс ко всему, и Технополис посмотрел на нас, нам в лицо, да, уже знает, с какими негодяями он дело имеет, да? Стоит ли им или пинками под зад, чтобы там духа не было, условно говоря. Плюс команда, которая показала, что она умеет делать это, подобрана, собрана, сформирована, уработана, да, это как боевое слаживание, да, то ли это призывник, который призвали этот 17-й год, это, считайте, мобилизация, да, или же вот, которые на Донбассе ребята с какого там 14 года, 8 лет бились, да, вот, научились. Ну вот, научились, да? Научились. Строители тоже, ребята, вот сейчас команда подобралась, да, решает задачи. Может решать задачи, все это. Это уже другой уровень, да, и уже другое время совершенно. И те же технадзоры, стройнадзоры, пожнадзоры, ну, все знают, да, мы уже обнюхались, да, как вот кобели в стае, да, так, кто это, а вот этот, с этими уховостро, почему? Та это же сумасшед. Там, и так далее. Поэтому это уже совершенно другой проект, другое время реализации. На него потребуется все совершенно другое. И риски другие. И подходы другие. Поэтому у нас нет необходимости, вот, как тогда было в 2017 году. Все уже другое, коллеги. И потом можно, пока идет вот уработка, dead time, до старта проекта, уже сделать какие-то реперы
какую-то обратную информацию получить, как-то определиться. Потому что раньше вы нас не знали абсолютно, да? Ну, тяжело было, допустим, да? Сейчас же уже все по-другому. И поэтому сейчас опрос, посмотрим, кто сколько там может инвестировать, да? Сколько человек поддерживает, достаточно ли будет этих средств и в какие сроки приблизительно это может быть собрано для того, чтобы понимать, уже просчитать более четко, более взвешенно. Ну и плюс ко всему заложить это, надо будет заложить с учетом, что, будет, надеюсь, будет предложена государственная программа. Над этим, я думаю, ну, есть кто может заниматься госпрограммами, мы, ну, не государственного уровня, масштаба люди. Скажем так. Пока. Вот, ну, а дело в том, что другой ход какой есть. Вот у нас есть инструментарий, да, мы показали, доказали. Но если и мы будем сидеть, да, так язык спрятал за зубами и помалкивать. Или же, может быть, вот мы правительство ругаем, всех ругаем. А сами мы что сделали? Ну, допустим, если это такое будет сделано, сформировано и доведено, главное, да? А почему нет? Если ничего не делать, ничего не свершится. Ну, как-то так. Вопросы? Есть, во-первых, опасения некоторые, что финансирование затянется. То есть, если мы говорим о дополнительном строительстве завода еще на 5-6 лет. Нет. Я так понимаю, это разные процессы. Это абсолютно. Давайте не будем путать. Это разные процессы. Потому что Совалмаш – это Совалмаш. А вот этот проект даже название уже получил. Спецалмаш. Уже вот название проекта, да, выдали конфиденциальную информацию. Вот, тут уже, я же говорю, немножко на других позициях, это другой уровень, да. Потому что, еще раз повторюсь, проект практически готов, привязать его не проблема. Доработать не проблема. Бизнес-план, заготовка есть, уже которая пройдена. Все пройдено, уже не надо тратить столько времени на ошибки. И не надо 5-6 лет. Давайте говорить так, на самом деле строительство ведется 2 года. Остальное, вот сколько времени Астрон Билдинг металлоконструкции изготавливал? 2 года? Да, долго достаточно. Да. А дело в том, что сейчас уже рабочая документация выверена, где не надо там каждый раз сверяться, потому что, ну, знаем, что поправить, сделать, да кто мешает? Заказ. И тем паче, кто мешает запустить в определенной последовательности, если мы знаем технологический цикл, как строится, да, кто мешает? Запустите по мере готовности завозить не сразу вот тем объемом. Все по-другому. И вопрос в том, что тогда была неправильно начата стройка. Вот там говорят, иностранцы, да, они вас будут учить уму-разуму. Ну да, но извините меня, я всегда начинал стройку с чего? С нулевого цикла. Это значит, что фундаменты, инженерные сети, все это землю перерыл, перекопал, сделал, заложил, потом фундаменты и стены. А это время, еще, пожалуйста, строили бы себе на здоровье, там эти самые, делали металлоконструкции, собирали потом, да, пока dead time как раз образовался. Но стройка, извините, инженерные сети, то она занимает, ого, сколько вывоз грунта, там копать я не хочу, да, тебе ни склады не мешают, ничего не мешает, ты все это выкопал, выровнял грунт. У него есть время устояться перед тем, как ты уже через 2 года делаешь вертикальную планировку, дендроплан реализуешь и благоустройство территории. Нет. Это все уже не так, ребят. Коллеги, уже все не так. Сейчас улетело сообщение, секунду. А почему Совалмаш не может финансировать новый проект из будущего своего фонда на развитие? А тогда, ну, можно финансировать, а инвесторы что получат? Те, которые на первых этапах заходили, все это же тогда прибыль все туда уйдет. Мы так не договаривались, да, с инвесторами. Инвесторы, которые шли, они скажут, слышишь, Дуинов, ты че? Мы тебе что, давали разрешение на это? Почему я должен нарушить слово? Если инвесторы скажут, давай реинвестируем, ну, наверное. Наверное. Ну, я бы этого делать не стал.
Это не просто вкладываться в новый проект, пока даже не прошло акционирование. Нужна полная уверенность в том, что отдача от текущего проекта действительно будет. Коллеги, полная уверенность. Вам даже презерватив 100% уверенности не даст, и противозачаточные таблетки тоже. Понимаете? И вот вопрос в том, что, извините, а я зачем пришел в этот проект? И зачем я его инициировал, да? У меня уверенность была еще когда, с самого начала, еще в 90-х годах, скажем так, когда проверил. Вот поэтому прибыль будет, доходы будут. И команда работает тоже не за красивые словца, да? Потому что сколько хихиканий было, пальцы тыканий и все остальное, что в Соломаше работают идиоты, ни один нормальный человек за такую мизерную зарплату работать не будет. Было такое? Конечно. За что люди вот эти работают? Или только вы там оцениваете риски? Эти ребята тоже, которые работают, риски оценивают. Я не знаю, за что они работают. Если вы не нацелены в будущее, не рожайте детей, не стройте дома, не сажайте деревья. Лягушек половили, пожрали вместе с ними, как французы, и хватит. Да? И делайте, как американцы, дома из фанеры. На мой век хватит, да? А потом и трава не растет. Нет, русские так не делают. Понятно, что есть желание, способности и необходимость на строительство завода. А есть ли свободные площади в Технополисе? Или где-то еще? Ну, вы знаете, как тут ответить? Ну, я же, наверное, ну, в прожектерстве, наверное, меня трудно упрекнуть, да? В прагматизме можно. Но если я вот оглашаю, что такое возможно, ну, наверное, ребят, коллеги, я и по этим вопросам, ну, что-то беру в учет, что-то в расчет принимаю, да, и что-то учитываю, да, есть какие-то определенные предпосылки, либо, скажем, есть понимание решения этого вопроса. Новый проект будет новое акционерное общество или новый проект будет входить в капитализацию «Соволмаш»? Нет, это отдельное юридическое лицо, которое будет аффилировано за счет договоров, и оно будет предназначено, еще раз повторюсь, для производства двигателей асинхронных вращающихся, совмещенных обмотков, систем управления и продуктов на их основе по лицензии, предоставляемой «Соволмаш». Соответственно, с каждой единицей продукции, реализованной новым предприятием, «Соволмаш» будет получать свой доход. Это увеличит доходность «Соломаш», потому что наша задача, чтобы продукцию по разработкам «Соломаш» сделала максимальное количество предприятий других, но в то же время иметь свои базовые предприятия, которые бы были глубоко интегрированы и аффилированы для того, чтобы обеспечить непотопляемость всему проекту. А приблизительные цифры услышать по новому проекту можно? Про «Соволмаш» приблизительно было озвучено. 3 проекта по 50 миллионов в год, 70% на дивиденды. Как это? Правильно говорят, это расчетные показатели. Я же говорю, работаем над бизнес-планом сейчас. Прежде чем озвучить эти цифры, надо закончить бизнес-план. Ну вот, собственно, предложение сделать таблицу голосования в личном кабинете, к примеру, к августу завершить и подвести итоги. Реально. Я лично за. Ну, коллеги, ссылка будет. Да. И будет она specialmash.ru, да? Да. Вот. И там будет анкета, заполняет каждый. Заходит, заполняет, отвечает на вопросы. В ближайшие дни она будет уже размещена и везде, соответственно, уже подготовку сделали, да, потому что проработали уже. Проработка, потому что если мы что-то оглашаем, то надо понимать, это уже было проработано.
Топают. Так, АЗМ есть космос. Предлагает некоторые решения по трансформаторам. Я сейчас сообщение не могу его найти, предыдущие подробные. Mm-hmm. Поэтому я все-таки написал уже в чат и повторюсь. Свяжитесь со мной и изложите yeah. полностью суть вопроса, чтобы можно было это обсудить. Надеюсь, французские инвесторы не обиделись. За лягуши? Так это же... Ребят, да я их тоже ел, не что. Не то, хотя я не француз. Я много чего ел. А можно примерно оценить стоимость нового проекта и можно ли увеличить процент средств, поступающих в этот проект? Процент средств в этот проект? В каком смысле? Ну, это вопрос Solar Group. Еще к вопросу. Ребят, пожалуйста, добавьте в описание под видео мою электронную почту. Угу, спасибо. Вот космос, собственно, угу. на почту. Правильно. Дмитрий Александрович, в связи со сложившейся обстановкой, чем грозят последние события проектов, если это не секрет, в свете этих событий роль проекта в мире? Возросла. Могу сказать однозначно. И вот то и в России, и в мире, потому что вот сейчас, поймите правильно, если Китай принимает эту программу, что происходит? У них происходит расширенное воспроизводство электрических машин без потребления сырья. Имеется в виду стали, некоторых видов стали, алюминия, меди. А как раз медь сейчас нужна для чего? Электромобильной тематики, развития и так далее. Но в сфере перехода на энергоэффективный двигатель это может произойти тогда без увеличения потребления вот этих вот материалов. В то же время большой толчок будет дан высокочастотной силовой электроники. Ну, не столь высокочастотной, конечно, но тем не менее, да. И потребность в этих изделиях, освоение появится в России, появится, в принципе, экономическая целесообразность делать в Китае, то она есть. Поэтому, если такая же программа появится в России, то можно себе только представить, куда это выведет. Одна доля сколько будет оцениваться? Наверное, может быть, сделаем ссылку на подробный видеоролик, который есть на канале, где рассказывается механизм. Не-не-не, это нового предприятия, вы говорите, или... Уточните, пожалуйста. Да, потому что тут вопрос. Александр Феоктистов, разорюсь я с вами. Я уже давно разорился. Потому что стоит столько вкладываться в проект. С 95-го года, ну, надо. Вот вопрос, значит, продублировали его даже. Акционирование будет проходить по международному праву или по российскому? Что если РФ распадется так же, как распался Советский Союз? Не получится ли так, что при развале РФ все инвесторы останутся за бортом, так же, как в случае с банками при развале Союза? Будет по российскому законодательству, потому что мы в Российской Федерации находимся. Понимаете, а если вам завтра кирпич на голову упадет? А если мы вымрем, как динозавры? А если? Давайте ничего не будем делать тогда. Потому что вот анекдот есть такой, да? Парень девушку пригласил на свидание. Ну, первая встреча, ресторан, кино, шампанское, цветочки, ну, конфетно-буфетно-букетный период начинается. Сидят, дошли только до второго блюда, она разворачивается, как врежет ему по чуть-чуть. Тут за что? Слезы там это. Мама дорогая, что случилось? Да я себе представила, что мы вот это самое потом в кино, потом к тебе. Ну, говорит, привлекательно, а в чем дело? Потом мы поженимся, ну, замечательно. Говорит, ну, к этому-то, да, и что тут плохого? У нас родится сын, ну, и хорошо. И что? Ну, как чего? Не пойду я за тебя замуж. Почему тебе сына не хочется? Нет, я хочу. А почему тогда? В чем дело? А вот он выучится, получит золотую медаль,
вот, школу окончит, поступит в университет, потом поедут в стройотряд, и он там утонет. Какая же ты, говорит, сволочь, и опять пощечина. Но если так рассуждать, то ну, так и идти. А если союз развалится? А кто вам сказал, что он развалится? Вот я не знаю, что будет после того, как в первые же дни применения военного подразделения, обученное великой бывшей Британии, да, когда в первом же бою полегли все и 20 в плен сдались, да, хорошо обучены британскими там этими самыми мурпехами или там мурмур, или как там это... Котиками. Ну да, это котяка. Какие они котики? Да. И когда леопарда первого же из грязи только хобот торчал, да, в первые же дни, да. Вот, кстати, первый тигр был как захвачен. Дебил, погнался за сапером, да, тут убегал. И тут завяз, он тогда топором начал ему стволы загинать, там и так далее, бегал, потом командир люк открыл ему топором, черепную коробку снес. С одним топором первого тигра захватили. Целенько, невредимо. Абрамс первый, первый же дни. Леопард. Леопард, да. Утоп. Кошка не доделала. Так это, получается, история повторяется. Российские условия. Русь, да. Я задавал вопрос в том, что а что будет после вот этого дела, да, с леопардовой братьей с этой? А вы посмотрите, что произошло. А Германия не развалится, да, когда танки горелые поставили, а люди понесли цветы, да? И там разогнать не могли никак. Сейчас потащат куда-то там в другое место, да? И в Прибалтике тоже, в Латвии, по-моему, поставили та же картина. Ситуация-то другая. Кто развалится раньше? А? Танки горелые, поставили... подбитые советские, российские вот, танки. Российские. Притащили, поставили горелый металл и так далее, а к ним понесли цветы люди. Вы ничего не путаете? Вы что, Ютуба насмотрелись или чего? Хохлы там вообще, вот я сейчас читаю, извините, не украинцы, не надо путать. Украинцев я уважаю глубоко. А именно хохлы, вот это вот вуйки с Буковины, да? Там укакивается просто в Ютубе, смотришь, да там они так доблестно наступают, там такие вещи. Я смотрю твою же дивизию, ты ж на карту посмотри, что происходит, да? А они там, мы доблестно наступаем в Бахмуте, там, ну, Артемовск. Только в какую сторону, не сказали почему-то. Да. Наступают на запад или куда, да? Вы правде в глаза посмотрите. То если вы туда читаете, смотрите, ну, надо Геббельса было слушать. Кстати, я не знаю, может, кто-то из вас «Майн кампф» читал, нет? А советую. Может, мозги на место станут. Поймете, что сейчас происходит. И какие методы применяются. Или Бжезинского почитать. Немножко, да? План Далласа почитать. А потом возьмите и прочтите дневники фон Бока. В интернете есть. Командующий группой армии «Центр». Как там их резали по Донбассу, да? И как они давали директивы не оставлять города, потому что когда оставляют вот эти вот бродячие отряды, да, которые сбившиеся там из окружения, из местных жителей, вооружались и потом начинали им вставлять пистоны. Потом сказали не давать им это брать города, ни в коем случае там трупами ложиться. Но эти безоружно брали, резали их потом, потому что припасов не было. И эти же сейчас сюда же полезли. Мало, да? И чем закончится это дело? Вы меня извините. А что мы будем делать, если, допустим, сейчас Европа нагнется вся? Все производство выходит в Штаты, да? Вытаскивается. Там им производить нечего. Нефтепродукты, газ, там, углеводороды по бешеным ценам. Мыться нельзя, купаться нельзя, там, стирать нельзя, туалетной бумаги. И прочие прелести. Ничего, да? Выводы не напрашиваются. Может, давайте прогрессию построим вот так, так, для этих стран, ну и для России в том числе. И что будет? Если вот возьмем сюда, в этом направлении события, если развернуться, тогда что? Так что не надо. А так, ну, есть там экстрасенсы, много сходить и к ним, они вам предсказания сделают. Во всяком случае, Ванга, она говорила братьям болгарским, которых спасли от тотального уничтожения русские солдаты, да? Что говорил? Держитесь России. Ванга врать не будет.
Она не врала. Не могу не отметить одного персонажа. Правда, не понял, Джонатан или Константин, который Джон. А в чате тоже не поняли. Значит, если это не пирамида, то все должны быть кровно заинтересованы в распространении бизнес-плана. А здесь выступают не бизнесмены и инженеры, а актеры легкого жанра. Также было высказывание на тему того, что любой бизнес-план можно накидать на 10, за 10 минут на листе А4. Кидай. У нас почему-то 600 страниц. Или 400. Сейчас... Может, в него? Ладно. Зашибет же. Ну, дело в том, что вот бизнес-план, который мы представляем в Технополис, он не подлежит разглашению. Это документ конфиденциальный. Достаточно. И поверьте, он достаточно объемный. И специалисты какого уровня над ним работали, да? Вы можете только догадываться. Но есть мнение, что если бы бизнес-плана не было, и все это было бы мыльным пузырем, в особую экономическую зону как минимум бы вступить не удалось. Ну да, там да, никто бы не это самое. Там есть требования, которым ты должен удовлетворять. А, наверное, весь генплан вот этот строительный нарисован на одной страничке А4. И вот в этой страничке по сей день строим. Да. Молодец. Есть предложение убрать Джона из чата, да, но пусть иди, я Господи, думаю, что без него будет скучно. Так, здесь есть некоторое недопонимание. Сейчас я зачитаю, а сразу скажу, это не товарищ хейтер. Нет, давайте разберемся. Так, секунду. Нам нужно производство, а не работать над новыми проектами. Мы столько ждали, и вот когда уже должны развивать проект? Они хотят опять собирать деньги. Дальше. Думаю, это не очень порядочно по отношению к инвесторам. Инвесторы еще не получили ни копейки, а только отдают деньги. И следующее сообщение от него же. Нужно начинать новый проект в рамках проекта «Совалмаш». Вот поподробнее взаимосвязь нового «Совалмаша» и... Ну, смотрите, в рамках «Совалмаш», если это предприятие, завод по производству двигателей по лицензии «Совалмаш», то какие еще нужны рамки? Он заточен под производство разработок «Совалмаш». «Совалмаш» разрабатывает, этот производит. То есть все-таки, опять же, мы отталкиваемся от того, что «Совалмаш» занимается разработкой базовой. Да. То есть изделия, технологии производства и изготовлением средств производства. Да. Станки, простыми словами. Да. И вот «Совалмаш» все это изготовила, разработала, задокументировала, поставила на завод. Завод начал производить продукцию, ее там продавать. «Совалмаш» получает отчисление. Ну вот смотрите, вот у всех... Какое-то неправильное понимание. Ну, предположим, завод строить, да? Надо для производства двигателя. Ну, потому что у нас есть линейка, мы можем там установочные партии производить. Или же какой-то существующий завод, где хотят освоить производство. Как это будет выглядеть? Придет некий персонаж, говорит, так, сюда этот станочек поставьте, да? Сюда вот этот поставьте, а здесь вот этот проводочек протяните, а здесь, ну, вот такую вот фигуленьку вырежьте мне, вот так вот. Нет, нам все это должен. Перечень оборудования, который необходимо, да? Под этот перечень оборудования площади, по размещению, как они должны выстроить, в каком количестве, какие операции. И все это должно быть расписано со всеми материалами, с удельными расходами на каждый двигатель, какие материалы, какие замены допускаются, с лабораторией, с техническими условиями, с программами, методиками испытания, с расчетом электроснабжения, вентиляции, требования ресурсов. Там куча. Должен быть сделан целый проект. Кто этот проект сделает? Тот, кто не знает, как эти двигатели делать. Ну, вот хорошо, вот у нас сделали проект, да, и там... Ну, целый ряд станков технологических, да, которые никак нам не идут. Или же в лаборатории взяли, поставили кирпичные стенки. Ну, пол кирпича, такая стенка, отделяющая оператора от испытуемой машины. И что, если у нас, допустим, двигатель, там, скажем, 160-го габарита, у него что-нибудь оторвется, вот этот пол кирпича удержит? Нет, конечно. Ну, если муфта отлетит, там, допустим, 10 килограмм в эту кирпичную стенку, но это же разрабатываем. Поэтому для того, чтобы сделать завод, технологическую часть
должен кто-то спроектировать. Это должен. Кто это должен делать? Соломаш. Именно он заточен. Потому что разработка это не только сделал движочек какой-то, склепал. Ура, у меня все получилось. О, какая вещь, да? И побежал восторженными глазами. Дальше ты что с ним будешь делать? Важна не вот эта штучка, а важна документация к ней. Вот УШМ-ку сделали, там испытывали, а ребята до сих пор доделают документацию. Сколько там томов этой документации? Самое главное, это документация, по которой можно сделать, где все расписано, как, что делать. И вот по этой документации можно выпустить, можно сделать. И вот эта документация будет предоставляться для этого предприятия. Вот скажите мне после этого, сможет ли этот завод работать без Соломаш? Нет, конечно. Потому что начнет по другой документации, придет Сименс, скажет, а у меня вот патенты, вот мое авторское право, и будь добр, плати мне. Как было там с Генбергом, там, с рядом другими предприятиями. Там. Да. Поэтому аффилирование достаточно плотное. Но доходность Соломаш во многом будет зависеть от объема производства и продаж двигателя. Поэтому Соломаш крайне кровно заинтересован в развитии производства. Это однозначно. То есть в данном случае завод повышает стабильность всего проекта и повышает доходность. И доходность Соломаш в первую очередь. Поэтому мы же не зря сразу с Китаем начали заниматься. Потому что те в первую очередь могут дать доходность. Еще до строительства. Вопрос. Отсюда даже два будет. А, значит, первый вопрос. Зачем Виктор Аристов учит китайцев производить двигатели на Славянке, если Соломаш не будет получать от этого лицензионную прибыль? Я про массовый переход всего Китая на Славянку. А это откуда взяли, что не... Не будет получить, будет. Потому что те же будут тоже по лицензии делаться. И это только, извините меня, будет использоваться модернизационный потенциал, потому что мы не меняем их железо. Мы не меняем геометрию, мы используем то, что у них есть, только меняем обмотки. Самый простейший вариант. Но и то, китайцы, вот зачем вы делаете? Вот китайцы сдерут. Китайцы получили один двигатель, а дальше что они будут делать? А их 10 тысяч разновидностей. И что, китайцы сопрут один двигатель, и счастливые побегут? А счастливые на весь... Вы что, полагаете, что асинхронный двигатель один существует только? 10 тысяч разновидностей. Вы о чем речь ведете, коллеги? Что они украдут? Это точно так же, когда вас обвесили в магазине, там подложив бумажку, да, при взвешивании. О, оборовали, все стало украли. Ну, что-то уйдет везде, всегда что-то уходит. Кстати, был комментарий, его пропустил. Завод только усилит и проект. Да. Только усилит проект и сможет самостоятельно реализовывать свою продукцию. Отсюда маржа выше, дивиденды выше. Конечно. И понимаете, дело в том, что вот помимо того, что завод усилит, плюс ко всему, вот те лицензиаты, которые с ними работают, это вот потенциальные дилеры по продаже этой продукции, потому что к заводу нужны дилеры. Поэтому мы, начиная проект еще в 2009 году, так далее, мы еще начали фактически сформирование дилерской сети, потому что мы начали работать с обмотчиками. Потому что обмотчики – это потенциальные дилеры, которые будут заниматься не только продажей этой продукции, но еще и сервисом, и обслуживанием, и гарантией, и всеми остальными вещами. Поэтому мы начали как раз с чего? С коммерции, в первую очередь. А потом уже дальше пошли. А, был вопрос, с вольной интерпретацией задам. Mm-hmm. А, что выгоднее, где больше выгода при вложении средств в завод, либо в ПКТБ? Я, по-моему, ответил на это. Если будет один завод работать, да? А если будет 100 заводов по лицензии работать и перечислять деньги с Соломаш? Да. По-моему, ответ очевиден. Но, тем не менее, без дополнительных заводов этот сценарий не работает. Оно все связано, да. Поэтому нужна государственная программа. Ну и, кстати, еще же один очень интересный момент. Ведь заводы, строительство заводов, оно же затягивается во времени, ну, на определенный срок. Да. И, скажем, процесс того, когда Соломаш выходит на максимальную прибыльность, именно по КТБ, зависит от того, как быстро эти заводы строятся. Поэтому здесь есть массовая заинтересованность участвовать в строительстве этих заводов и параллельно уже получать доход. Да, но дело в том, что у меня, извините, технологическое оборудование, кто будет предоставлять этому заводу? Соломаш. А это доход. Конечно. Круговорот Соломаша в мире. А, Славянки. Да.
был один технический вопрос, его просили зачитать. По технологиям, какую минимальную серию двигателей экономически целесообразно выпускать с учетом новых технологий «Соволмаш» в день, в месяц? Возможно ли малозатратно перестраивать производство между моделями? Мы к этому стремимся, создать универсальное технологическое оборудование. И мы над этим работаем. Вот на партии, как сказать, понимаете, тут однозначно не скажешь, потому что вот у нас сейчас поступил заказ на 2 двигателя, всего лишь 2 двигателя. Но эти 2 двигателя стоят очень много, как 100, каждый как 100 обычных двигателей. Выгодно его делать? Я сколько надо делать? Поэтому, понимаете, тут нет одинакового рецепта или одинакового подсчета. Тут под каждый двигатель свои серии, свои объемы. Однозначно тут ответа нет. Еще вопрос. А можно ли ознакомиться с теорией совмещенных обмоток «Славянка» типа как в справочнике от вас, не покупая его? Намотчиком быть не собираюсь, но очень интересно. А может, начитаюсь и стану сам мотать? Ну, если вы стандартно не мотали, сразу осваивать «Славянку» сложновато будет. Понимаете, все это было описано в основном разделе форума, который снесли. Сейчас там идет восстановление на новой площадке убитой информации. Там будет это. И можно будет почитать. Значит, инвесторы по КТБ тоже будут получать дивиденды, в которые будут включен доход из прибыли завода? Конечно. Это не прибыль завода, извините. Дело в том, что лицензионные платежи у завода будут идти в расходы и уменьшать прибыль. Но они не будут облагаться налогами на прибыль, ничего, поэтому это несколько иное. То есть, простыми словами, завод, осуществляя свою деятельность по производству, он будет платить отчисления лицензионные в «Соволмаш». Да. «Соволмаш» они будут приходить как прибыль и, соответственно, уже... А завод они как расходы. Да, и, соответственно, они облагаются еще и налогом. Да. Ну, замечательно. Но дело в том, что... Извините. Не все так просто. Дело в том, что тут же надо понимать льготы, которые... Дает ОСЗ. Дает ОСЗ, да. А есть еще же целый ряд разделов. Прибыль, получена от реализации определенных видов деятельности, облагается поставки и там ТТТ 0,6, да? Да. Поэтому тут... А с учетом, что туда в расходы... То есть вопрос выбора площадок и нахождения оптимальных процедур... Не случайно. Да. Был такой вопрос, задавали разные люди, касательно... возможность инвестирования без посредничества, с Solar-группами, без Solar-группы и так далее. Даже предлагали голосование создать. Наверное, можно сказать только, что будет выбран оптимальный вариант, который будет выбран. Нет, ну смотрите, я сразу скажу, что да, естественно, надо голосовать без Solar-групп. Напрямую деньги. Понятно, кто этим будет заниматься. Учетом, созданием. Угу. Ну, хотя бы вот надо какой-то договор. Даже вот эти договора, которые я показывал, да, конвертируемый займ. Да. Вот форма конвертируемый займ. Договор должен кто-то заключать. Обязательно. Это тех людей, они альтруисты будут или им надо зарплату платить? Однозначно альтруистов нет. Зарплату платить. Их надо обеспечить рабочими местами. Значит, аренда. И пошло нащелкивать. Да. И потом придут, скажут, ребятки, не, мы же с вами вот... Я вот это, а почему у меня меньше? Solar Group возникает. Да. Но есть другие способы. Но вопрос в том, что я понимаю, как может быть голос. Надо так, любой навскидку. Да, конечно, надо вот так, да. А как? То есть любой процесс нужно организовать, выполнить, проконтролировать. Довести до логического завершения и получить корректный результат. А я думаю, сейчас Ахметов скажет «спок» и будет «спок». Кстати, Павел в чате. Павел, добрый день. Да. Только «спок». Нет, схем много. Давайте все-таки
по шагам. Кстати, ввели закон о чистоте русского языка. Нельзя применять импортные слова, если есть русское. Только в отсутствии русского аналога применять можно импортное. Поэтому тут вот степ-бай-степ не годится. Шаг за шагом будем двигаться. Давайте вначале определимся, а потом уже будем форму выбирать. А так мы ставим телегу впереди лошади. Разберемся с этими моментами. А, читаю вопрос, просто не до конца сразу понял, о чем речь. Немножко перефразирую. Есть ли какой-то отклик от ребят, которые сделали тест двигателя DA90? DP Labs? Ну да. Вы знаете, я единственное могу... Ладно, не буду. Я вообще не знаю, какой двигатель они испытывали, что делали. Но я знаю, что они вроде бы Виктору проплатили приобретение двигателя. Ну, сделано было предложение лабораторию, сделано приехать здесь, испытывать. Ну, понимаете, вот я прекрасно понимаю, что делают ребята. Ну, они раскручивают себя, пиарят на скандале. Ну, самый надежный способ это на скандале. С кем поскандалить? Ну, кто не слышал про проект? Все слышал. Ну, хотят повторить лидера с этой шапочкой на башке, да? Ну, Бог помощь, как говорится. Поэтому, ну, никто мне не мешает. Пускай делают. Но при этом надо понимать, что на дешевом пиаре далеко не уедешь. И вот, ну, я ради интереса взял и почитал, там, посмотрел, у них завод 1500 квадратных метров. Я когда посмотрел, ну, думал, как, ну, 1500 квадратных метров. Посчитал, сколько там должен быть и медкабинет, обязательный санузел, там, на 6 человек как минимум один туалет. А если мужчина, женщина, значит, два туалета уже должен быть. Вот, и пошел от этого считать, но никак у меня не получается никакого завода, кроме как отверточной сборки. А потом нашел, бах, оказывается, это предприятие 2009 года. Ну, и вышел на то, что это не завод, а отверточная сборка где-то там. Кто-то что-то производит, поставляет, здесь собирает. Ну, как вот в китайской. Yeah. В «Москвич» превратили. Из этой оперы. Но это их вопросы. Я не осуждаю, бога ради. Дело в том, что ну, одним заводом еще какое-то, даже отверточное производство здесь. И уже хорошо. Уже молодцы. А пиарится так дешево. Ну, значит, они себя так уважают настолько. Во всяком случае, я для проекта и для себя считаю недопустимым. Такие формы в отношении других проектов. Я никогда этим не занимался и не делал. Наверное, зачитывать не буду. Комментарии можно в чате будет посмотреть. Но смысл в том, что сами задали себе вопрос и потом за это выдали подзатыльник. Сам себе? Я? Нет. А я думал, а почему бы? Там, по-моему, вопрос был, даже комментарий на тему того, что готовьтесь финансировать завод еще лет 5-7, и то, что прибыли, скорее всего, не будет в ПКТБ, пока не построится завод. Но это предположение, это, опять же, не такое. Вы знаете, многие люди ничего не делают. Почему? Вот он приходит, сейчас займусь делом. Так, это же, наверное, как гвоздей нет. А если есть, то не гнутые. А для этого молоток да. надо. А для молотка надо наковальня. Наковальня, где можно взять наковальню? Да, ну, наверное, это самое. Да не, у соседа не буду, это идти в магазин, а магазин уже закрытый. Ну, короче, доску на забор я прибью на следующей неделе. Может быть. А вообще, зачем ее прибивать? Завтра оторвут опять снова. Ни хрена я делать не буду. Это вот логика вот этих товарищей, да? Поэтому не буду ничего делать. Почему? Да потому что это вот и делать этого не надо. Потому что иначе это будет... Это обычная логика. Обычно она работает очень хорошо и всегда всех успокаивает, поэтому лучше пойду пивка попью.
Дмитрий Александрович, рассматривали ли вы вариант оформления привилегированных акций для инвесторов, которые поддержали проект в первом году его старта, в 2017? Рассматривал и даже озвучивали, мы говорили о привилегии. Какие привилегии? Ну, допустим, получение средств, даже если нет прибыли. Можно? Можно. Да, но можно, допустим, что получение прибыли в первую очередь, ну, дивиденды в первую очередь, потому что там же выдача денег не сразу происходит молниеносно, а по мере появления денег на счету. Потому что прибыль-то может быть по отчетности, а свободных средств может и не быть, если такие ситуации. Но у меня тогда возникает вопрос. Первый этап. Они получили свои плюшки в виде больше дисконта? Конечно. И? Это по первому этапу. Ну, клуб 100, там, по суммам и так далее, инвестиции. Ясно, понятно. Но теперь смотрите, ведь мы можем, приняв такие условия, предприятие поставить на такую нехорошую черту при неблагоприятных обстоятельствах, если они вдруг возникнут, мы можем угробить предприятие. Поэтому, если оценивать все риски, даже в интересах участников клуба 100 тысяч, этого делать не надо. Ни в коем случае. Кому завод будет продавать свою продукцию? Есть ли рынок сбыта? Кому китайцы сейчас будут продавать? Всему миру. Это же двигатели, которые используются во всех сферах жизнедеятельности человека. И потребность есть уже сегодня. А если мы учитываем рынок Российской Федерации, то санкционные позиции сейчас очень сильно бьют по разным предприятиям. Ведь вопрос в том, что мы продаем энергоэффективные двигатели, которые позволяют экономить электроэнергию. Поэтому возникает вопрос, а что лучше? Взять двигатель, который экономит электроэнергию, или взять дороже двигатель, который не экономит электроэнергию? Еще при том, что тот, который дороже и не экономит, проблематично будет взять. И все. Поэтому что вы возьмете? Ну, конечно, есть, как этот самый, слышишь, вот два новых русских сидят в кабаке, да, там, у классных галстуков, а где ты брал? Да вот там он. И сколько дал штуку баксов? Дурак, вот там вот за углом, да такой же, но за 6 тысяч. Что ты, лох, что ли? Ну, все-таки, наверное, можно же такую вот ситуацию рассмотреть, пофантазировать. Ведь менталитет российских предпринимателей говорит о том, что нужно здесь, сейчас и желательно побольше, и хотелось бы все же заработать. А если мы говорим о вкладывании средств в создание, разработку чего-то такое сложное, долгое, непонятное, это как бы не очень приличает. Но если дается конкретный продукт, который уже сегодня позволит экономить и зарабатывать больше денег, ну это же... Я часто сталкивался с этим самым, с такой ситуацией. Ну, многим эта ситуация знакома, когда что-то за счет бюджетных денег делается, да? Ты приходишь, предлагаешь, вот так они говорят, слышишь, давай, ты не вот так вот, а вот так вот принесешь, но мне вот за это вот столько-то. Работает, работает. Вот сейчас получилось, мы с Европолом занимаемся, вот по Безехово комнате, там рядом еще одно помещение, да, по полы сделать. И было решение, напрашивалось, что сделать такие же полы, как в лаборатории, да? Uh-huh. Но когда цену сказали, что это, ну, ребят, будет стоить миллион. Как так? Ну, вот работа, все осталось то же самое. Но вот сами эти компоненты, которые там вот верхние, полимерные, они подорожали. За счет чего? На Донбассе сейчас больницы, школы, там, сады детские, там используются материалы, там бюджет, и все там взлетело. Неимоверно, да? Да. И что делать? Ну, значит, отказываемся от этого дела. Применяем более простые решения. Керамогранит. Мой вопрос был в начале, исчез. Действительно, я его замечал. Дмитрий Александрович, ранее вы сказали, что будете контролировать процесс подсчета долей. Как именно? Наймете спецов со стороны и с предоставлением прав администратора программы или как?
Давайте доберемся до этого момента. Потому что, поймите одну простую вещь. Я всегда стараюсь говорить о тех вещах, которые уже свершились. И как я буду в какой-то конкретной ситуации действовать, не выполнил эти действия, я думаю, нецелесообразно об этом говорить. Это неправильно. Еще раз хочу понять, ссылка на опрос по новому заводу уже есть или только будет? Будет. Уже сейчас ведется размещение сайта, скажем так. Сайт разработан, идет размещение, доменные имена приобретены. Закуплены вот спецэлмаш, разные варианты доменных имен, на 2 года уже оплачены. И СУ, и КОМ, и РУ, и РФ, там, все возможные варианты, чтобы не повторилось так, как было на начальном этапе Соулмаш.ру, да, потому что, ну, понадеялись, да, в результате понахватали, и появилось столько всего этого дела. Надо было не полагаться, надо было самому этим заниматься. Поэтому в данном случае, как говорится, учтя ошибки, еще не оглашая ничего, не говоря, мы сделали шаги, чтобы не допустить ситуацию, как было с доменными именами Соулмаш. Столько путаницы, каши это создало, столько проблем создало. Ну, чтобы этого не было, мы те доменные имена скупили. В общем, привилегированных акций, я так понимаю, вообще никому из инвесторов не светит. Нет, почему не светит? Это обсуждается, обсуждаемо, да? Если будут какие-то разумные толковые предложения и разумные привилегии, почему бы нет? Максим Макс, уже отвечали на вопрос достаточно подробно, возможно, прослушали. Вопрос зачитаю на всякий случай. Нужно начинать новый проект в рамках проекта «Соулмаш». Ну, чуть раньше был ответ. Почему так и не так? И как нет, лучше? Но он интегрируется в этот проект, потому что производство надо много делать. И это повышает стабильность, потому что вот руки выкручивают. Когда ты ничего не можешь сделать, тебе выкручивают руки. Когда тебе не могут руки выкрутить, они стараются встроиться в кильватор. Это обычная картина, обычная практика. Наш потенциальный завод «Азиподис» может делать? И «Соулмаш» может делать. Вы, наверное, обратили внимание. Но я не знаю, кто обращал внимание или нет, что там есть сквозные пространства, через которые можно перемещать очень большого размера объекты. И вдоль и поперек здания. Да. Может быть, обратили внимание, или никто не обращал? В кадрах они видны. Напрашивается клонирование заводов по стране, но для этого нужна государственная программа. А мы только что сегодня и говорили о том, что такая программа необходима. Ее надо предложить, но перед этим ее надо сформулировать. И первые озвучки программы, первые наброски ее, ну, были, обсуждались в интервью Виктора Аристова и Александра Сударева. На канале есть. Можно посмотреть. Ну, может, вопрос, как дела с установкой лифтов в ПКТБ? Ну, лифты будут готовы к 7 апреля. Мы 7 апреля должны будем заплатить вторую часть суммы, потому что предоплата была сделана, аванс внесен. После этого они будут доставлены, надо будет еще заплатить за монтаж и приступят к монтажу. Поэтому это апрель месяц. Понимаете, хорошо, когда владеешь информацией, да, занимаешься? Да. Все цифры всегда. И вот обратите внимание, что на вебинаре задаются разные вопросы. На вопросы, за исключением компетенции Solar.ru, все получают ответы. Ну, на самом деле, основные вопросы, на мой взгляд, мы уже разобрали. Вот, наверное, вот этот стоит зачитать. Можно ли сейчас доплатить помесячно просроченный второй этап? Оплачено чуть больше половины. А вопрос этот нужно адресовать к техподдержке. В техподдержку обратитесь.
там не ГЕС надо будет проконтролировать. Алекс Петров. Ну, здесь, между прочим, в чате есть Сергей Шевченко. Вот можно с ним тоже связаться. Да, я думаю, Сергей он подробно Шевченко сможет помочь с этим вопросом. Коллеги, я хочу, чтобы вы понимали, что прежде чем выносить какие-то вопросы на обсуждение, освещать их, мы их предварительно прорабатываем. И, соответственно, мы понимаем и видим возможность реализации этого, и, соответственно, видим определенную перспективу. И если определенные шаги предприняты, они предпринимаются для чего? Для того, чтобы усилить эффективность проекта, его доходность. Вот я, ну, даже такую деталь могу назвать, что даже получено гарантийное письмо на предоставление юридического адреса этой новой компании. Новой части проекта, да, по производству. Уже есть такое гарантийное письмо, потому что без него, ну, зарегистрировать юрлицо не получится. И еще одно объявление, значит, да нет, наверное, пока не буду освещать события. Дело в том, что, ну как, вернее, сколь освещать, проект Горыныч мы завершаем, техническую поддержку мы будем осуществлять и оказывать, расходные материалы будут реализовываться, продаваться, ремонт будет осуществляться, все эти меры будут выполняться соответствующим с действующим российским законодательством. 10 лет Горыныч будет поддерживаться. 2 года уже прошло. Еще 8 осталось. Но будем поддерживать. Что? Оказывается, вы алкаш. Я? Да. Не просыхающий. Спрашивают, рассказали ли вы, какие унитазы были установлены уже? Где? Не знаю, не уточняется. Ну да, я люблю выпить. Каюсь, с утра чай, после 5-минутки кофе, в обед, Александр не даст соврать, облепиховый чай, да. Вот, квашу. Последний раз выпил 2 глотка коньяка, пармезане, гору, это самое, я выпил 2 глотка, и когда рассчитывался, на меня с удивлением смотрели, потому что у меня стояла стопка 50 грамм, практически не початая. Так на меня смотрели, вопрошающие, говорю, уберите. Они посмотрели, что ты идиот, что ли. Напиток, что ли, не понравился. Хотя, коллеги, могу сказать, что когда раньше занимался там на Донбассе там делами, там, и постоянно для решения вопроса приходилось принимать алкоголь, и если был праздник, за стол садился, вот, не дай бог, там алкоголь какой-то был, потому что праздником было не пить. Вот я не помню, когда первый раз в жизни выпил алкоголь, и вот вспомнил, в пармезане это последний раз пригубил, там 2 глотка сделал, а так, чтобы, ну, так выпить пол-литра. Но у меня было там, так что нагрузочка хорошая, это за сутки 200 кило водки. Рассказывают, как первый раз сдавал наряды. Был у нас начальник участка Иван Ильич Рузанов. Сижу, наряды эти заполняю, в советское время. Он, чего ты там скрипишь? Иван Ильич, он, да никак не получается. Там надо было вывести на сумму, чтобы она не ниже была и не выше определенных рамок. Ограничения были. А все это набирали сметы по ЕНИРам, наряды, единой нормы расценок труда. И это надо было смету, чтобы вложилось, да? Говорит, пойдем пообедаем. Потом. Ну, зашли в буфет. Буфетчица, Рая, как всегда. И это тоже. Ну, я там возле Ивана Ильича, там это вопросы и так далее. Он говорит, ты помолчи. А идешь, набираешь это.
Там рассчитывается, она мне называет сумму, у меня глаза квадратные стали. Я говорю, не понял. Плати. Ну, заплатил. А они стаканы стоят с водой, это самое. И опять он, есть будем? Ну, будем. Давай. Я говорю, что давай? Берет стакан, я говорю, что? Ну, давай, чокается, я не понял. Понюхал водкой. Я говорю, Иван Ильич, пейте, я сказал. Ну, хлоп, выпил, покушали. А тут подходит Рая и приносит два стакана еще. Я говорю, это что? Пей. Ну, выпил, уходить. Она говорит, забери. Я говорю, что забери? Подхожу, Рая мне дает свертки какие-то. А там авоськи тогда были. Авоськи. Ну, с авоськой прихожу. Иван Ильич, у меня вот здесь вопросы. Разворачивай. Я говорю, что? Сверток разворачивай. Развернул, бутылка. Там закуска. Я говорю, не понял. Наливай. Налил, так понемножку. Еще добавил. Так, что у тебя там? А, вот здесь вот так. Перемещение грунта вручную. С двойной переброской. Перекид. Ага, что там? А, не. Так, ладно, оставь. Так, а это механизированным способом. Так, без открылков. Коэффициент какой-то. А, расстояние, говорит, уменьшишь. Собрали наряды. Ну, что у тебя там получилось? Я говорю, нормально. Что нормально? Ненормально. Как ненормально? Ну, все же сходится. Показывает и стакан. Выпил. Я говорю, ну, что, можно сдавать? Говорит, можно. Я поднимаюсь. Ты, говорит, ты куда? Я говорю, вот из. А это что? Я говорю, это что? Открываю сверток. Там бутылка водки, бутылка шампанского, шоколадка, коробка конфет. Говорит, вот это оставь на водку, а это иди. Ну, я прихожу, сама, тебе что пришел? А я уже вот такой вот, наряды сдавать, сдавай. Тебе так наряды подняли, там, посмотрели, сдал. Прихожу, Иван Ильич, тут чего, такая рожа довольная. Говорю, сдал, говорит, ни хрена ты не сдал, наливай. Вот, я говорю, а теперь сдал. Вечером на наряд приходим, все вот такие вот параллельные. Начальник, ну вот, твою бога мать, нажались. Вот хорошо один хоть молодой пришел, говорит, нормальный, говорит, хоть он не бухает. Иван Ильич на четвереньках подползает на него, говорит, ты что творишь? На святого посмотреть. Вот так в советское время работали. Поэтому насчет того, что бухать. Понимаете, дело в том, что вот если ты целый день проводишь на улице, да, вот мороз, снег, дождь, вот ты там 12 часов отмантулишь, да? Вот никак, да, потому что надо калории восстановить, но стаканчик потянешь, и не в одном глазу. А когда вот наряды вот эти сдашь, потом приходишь, уже Иван Ильич не работал, а как он не работал, я сейчас расскажу тоже интересный случай. Берешь бутылку водки, открываешь из горла, долбанул, не в одном глазу после того, как сдал наряд. Потому что это такой процесс нервотерапевтический был. А он подгорел как? Приехал на участок, а на него ругаются, это самое, что Иван Ильич, вот с участка, пятница, домой никак не доедем. Давай, ну что, сейчас будет. Достает водочку он. А он коммунист был, начальник участка. Он выпил. Диспетчер. Участок, говорит, Луганский. Тут, говорит, фурсу током убило. Бах отключается. Наливай, говорит, сейчас приедут. Ну, а там же расследование на 24 часа, все комиссии. Куча народа проезжает. Где фурса? А вон фурса. Фурса пьяный лежит. Тебе давай же обследовать. А Иван Ильич, а вот он. Его же тоже убило. Понимаешь, живой. Фурсу, вставай, поехали. Ну, короче, парткомиссия с партии. С начальника участка. Вот так вот. Поэтому, что значит, пили или не пили, пьют или не пьют, да? Вот, приходилось, да, но вот, я же говорю, забыл, когда последний раз. И слава Богу. Листур пишет, лучше бы мой вопрос зачитали, алкаши. Ну, ты с братанами чуть не поговорить. Ну, все же полагают, что у меня вот это от этого, поверьте, не от этого. К сожалению, не могу найти вопрос.
проволока. В следующий раз продублируйте, пожалуйста. Когда мне приходилось это, кстати, пошло, чего, печать поставил Петр Первый, потому что грамотно пропивался, что угодно, показываешь. А ему чарку надо, в кабаке должен давать. Поэтому, когда вот приходилось выпивать, у меня этого под глазами не было, поверьте. Вопрос нашел. Компания Hitachi на основе двигателя для стиральных машин разобрала специальную, ну вот, собственно, бескардановый привод. Да. Так и так. Можно сделать наш. Будет сделано. Уже делаю. Про мотор колеса, кстати, тоже спрашивают, а будут ли они или не будут. Уже делаю. Как это, начальник состава приезжает, там, этот дежурный вылетает, товарищ капитан, за время вашего отсутствия никаких происшествий не случилось, там, 5-10, вот. А тут визги, писки, говорит, а это что такое? Ты говоришь, все в порядке, это что за визги? А, товарищ капитан, так китайцы поймали. А что орёт? Рисов просят? Да хрен его не рисов. Чем и занят. Так и с мотор колесами. Этим и занят. Нет, коллеги, мотор колеса, да, но понимаете, применение, но не велосипедики. Понимаете, мы можем, в России могут сделать брутальную вещь там. Вот бронетранспортер сваркой чирикни по ней, даже не испортишь, а наоборот добавишь, да? А по Майбаху? Ну, хана. Майбахи в России не делают. А вот там вот то, что кадрики некоторые мелькали, вот там в кадрах последний репортаж Александра, да, там кое-что промелькнуло про мотор колесик, если кто обратил внимание. 8 мотор колесиков ставят. И колесики сами по себе. И колесики сами. И мотор колесики тоже. Ну и на этой ноте время передачи подходит к своему логическому завершению. Да, коллеги, мы с вами прошли самый тяжелый путь. От идеи, неверия и прочего моментов, но сейчас уже не признать очевидно, что вот там мы видим, собственно, глазами. Можно это сказать иллюзия, можно сказать, что это фотошоп, можно все что угодно, но это осязаемо, можно пощупать. И для того, чтобы это стало строй, осталось не так много. Приложить усилия, поэтому надо не расслабляться, потому что тяжелее всего даются последние шаги перед финишем. Тяжелее всего их сделать. Поэтому мы с вами эти шаги должны сделать. Вот. И этот проект обязан состояться, обязан, просто обязан, потому что он открывает в России очень много. И поверьте, что за проектом отслеживают очень серьезно. Очень серьезно отслеживают. Не в том плане, что там органы или еще нет. Смотрят на успешность проекта. Потому что то, что мы с вами говорили, наступает новый уклад, ищутся новые альтернативы, ищутся новые решения, ищутся новые пути. Во всяком случае, все то, что декларировал президент в этом направлении, Соломаш это выполнял. И энергоэффективность, и привлечение инвестиций, и новые технологии. Вот чего не послушаешь, мы все делаем. Только нам все стараться клизму сделать. Не получается. Клизма как-то выскальзывает из рук у кого-то. Да, поэтому у нас другого варианта с вами нет. Всем, всем спасибо, берегите себя, хорошего настроения и с первыми днями. Зиму мы отстояли. До свидания. До свидания.